К другим темам. Самый мощный в стране. В Энгельсе на базе трубного завода запустили производство полимеров. Предприятие «Полипластик» занимается выпуском специализированных полимерных материалов. В 2015 году компания вошла в список организаций, оказывающих существенное влияние на отрасли промышленности и торговли, который составил Минпромторг России. На новой производственной площадке побывала наша съемочная группа. 3, 4. Нажатие красной кнопки условно символизирует запуск новой 11-й линии производства. Около 1500 килограммов в час и свыше 60 тысяч тонн в год полимерных композиционных материалов. Такова производительность новой линии. Поэтому показатель предприятия «Полипластик» скоро станет самым масштабным производством в стране. Это совершенно новый подход. Это та технология, которая входит сегодня, и тот выпуск продукции, который входит сегодня в десятку европейских таких вот представителей топ передовых предприятий. Имидж очень важно, что одно из подразделений находится и по мощности производства самое мощное на территории Саратовской области. Компания обладает собственным научно-техническим центром, где занимаются разработкой новых материалов. Ассортимент этого предприятия составляет около 250 различных наименований и широко используется в разных производственных отраслях. Мы практически во всех отраслях будем Практически во всех, даже оружие. Например, из этих гранул будут сделаны составляющие для крупной бытовой техники, а эти пойдут на изготовление материала для отделки фасадов. С запуском новой линии решится вопрос импортозамещения составляющих для упаковки пищевых продуктов, а также для газа нефтехимического комплекса России. Общий объем инвестиций нового производства составил свыше 205 миллионов рублей. Более 100 миллионов рублей группа в течение последних 2 лет проинвестировала в развитие производственной площадки, в увеличение тех электрических, инженерных мощностей, которыми она располагает. Сегодня мы с вами видим венец этого труда, некий результат, а по сути старт новой производственной программы. Благодаря открытию новой линии завода на предприятии открылось 290 дополнительных рабочих мест. И это не предел. Руководители предприятия ставят перед собой весьма амбициозные задачи, такие, например, как наращивание производственных мощностей. Анастасия Куклева, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.